Мирнинский район подвел итоги спортивных достижений уходящего года. Стендовая стрельба, художественная гимнастика, трофи-рейд, боевые единоборства, армрестлинг, мотоспорт и вольная борьба. Представители этих видов вошли в десятку лучших спортсменов района. На ежегодном награждении чемпионов присутствовала Августа Степанова. В этом году мирнинские спортсмены успешно выступили на чемпионатах Республики Саха, международных играх Дети Азии, спартакиадах, турнирах и первенствах Якутии, Дальневосточного федерального округа и России. Копилку Алмазного края пополнили 160 медалей разного достоинства. А в этом году районной администрации совместно с акционерной компанией «Алросса», профсоюзом «Профалмаз», поселениями нашего района было организовано множество спортивных соревнований. Наши спортсмены в этом году приняли участие в 45 республиканских соревнованиях, где завоевали 162 медали. Борцы, гимнасты, баскетболисты, пловцы и легкоатлеты. Чемпионы мира, Европы, России, призеры всевозможных соревнований. Это кадры, сделанные в июле в Якутске. Мирнинские гимнастки показывают высокий уровень мастерства и становятся призерами международного соревнования. Сегодня девушки по праву удостоены звания «Лучшие спортсмены» по итогам 2016 года. Работа, которая проделана нашими тренерами, она не пропадает даром. Достигнуты результаты российского уровня, есть вот вы буквально сейчас видели награжденных, и республиканского, и дальневосточного федерального округа. Ну и самое это главное, что у нас с каждым годом это растет число занимающихся физической культурой и спорта именно всех слоев населения. Главным спортивным достижением года по праву стали золотые медали всероссийских турниров по вольной борьбе, завоеванные борцом-вольником Ларионом Андреевым. Все благодаря тренеру. Помогал, работал мне. Главное это труд, тренировки. Главное не пропускать тренировки. Относиться все добросовестно. А своим мастерством и талантом порадовали зрителей воспитанники шоу-группы «Диаданс» и детско-юношеской спортивной школы. Августа Степанова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».